Какой красавчик. Кто-то у нас грубый мужлан. Получай, брат. Мальчик, ей путь со мной понадобили. Мальчик, легко. Подпитай, мужлан. Команда заканчивается, прикупить. Ай-яй-яй, моя пыля. Эй, внизу! Береги голову! Мне все равно этот план не нужен. Thank you.
мои пациенты очень часто спрашивают меня о вреде компьютерных игр. Просят: «Доктор Бруньков, объясните нам, в чем тут загвоздка?» Прежде всего, хочу сразу сказать, что я категорически против компьютерных игр. Я их считаю таким же злом, как наркотики и алкоголь. Ну, сами посудите, чего хорошего может дать этот дебилизм на экране молодому подрастающему человеку? Это ведь даже хуже, чем пиво пить в подворотне. Всякие там леталки, стрелялки, стратегии, от них же только тупеешь. Ну что может быть интересного в том, чтобы мочить всяких уродов на экране? Ну непонятно просто, ну, от этого ведь и зрение портится, и нервная система. Но хуже всего то, что приходится апгрейды делать. Вот выходит новая игрушка, а старый комп ее уже не тянет. Давай, мама, денежки на новое железо. Вот так вот и уходит наша зарплата, не пойми на что. А чего только стоит игра Postal 2 или Doom 3? Моя воля вообще все запретила бы к черту. Фалка, 5. Мордоворот отвоевался. Подготовить запасных мордоворотов.
подготовить запасных мордоворотов. Кокошинцы не Местоположение запретная зона. Но...
Мордоворот отвоевался. Подготовить запасных мордоворотов.
это что за чудо с пропеллером? Бля, это чё, Карлсон что ли? Не пугайся, мутабола. А ты чего? И вправду что ли, Карлсон? Давай сюда, сейчас все покажу. Посмотри на карту. Вот здесь выход из канализации. А здесь находится убежище Будулая. У него бизнес по продаже пиратских дисков. Но этот гребаный геликоптер прям как шило в жопе. Однако у нас завалялся старый пулемет Дегтярева. Мутабол как раз крепит его к твоей лодке. Посмотрим, что получилось. А, наконец-то он его присобачил. Между прочим, мой дед на войне тоже с таким пулеметом бегал. Патронов хватит. Уярь всех, кого встретишь, и ты доберешься. Стреляй короткими очередями, а то перегреется. Будь здоров. Вперед, Карлсон! Давай, наваляй. Thank you.
прорывался. Подготовить запасных мордоворотов. Окошен санитар. Местоположение Кстати, а у нас когда опять?